Сейчас я еду к одному очень интересному человеку. Его зовут Самай. Это таец. И он производит очень классный... Поверните налево. Да, я еду по навигатору, простите. Он будет иногда вклиниваться. Он производит очень классные бальзамы. Это один из наших лидеров продаж. Это ингалятор с ананасом. Там прям плавают кусочки ананаса. У него классный такой натуральный, потрясающий запах. Плюс там противовоспалительные антивирусные травки в составе. То есть его можно использовать как обычный тайский жидкий масляный ингалятор и при этом не пахнуть аптекой. Я с этим бальзамом уже работаю лет 10, но я никогда не знала человека, который его производит. И тут вчера приехала приятельница. Ну, она вообще как бы она давно сказала, что я его знаю, это же сама, это мой приятель. Я когда в турбизнесе работала, мы с ним прям кореши были. Вот. И она планировала вчера со мной поехать, но что пошло не так, здесь лег сильный ливень, и в итоге мы не доехали. Вот. И, но она сделала рекомендацию, то есть она позвонила, сказала, что приедет ее приятельница, просила меня встретить лучшим образом. Вот. Так что я сейчас еду к нему, тоже поснимаю там видео, потому что тоже она мне прислала, когда я была в России, она присылала мне бальзамы. А его же производство очень классно пахнет, очень потрясающий запах этих бальзамов. Не знаю, как по действию, пробовать еще не успела. Вот. А также выпускает БАДы. У него есть очень классные капсулы. Они уже есть у нас в ассортименте. И уже есть даже результаты на этих капсулах. То есть на Хайтуне, та же самая, я тоже люблю Фотолайт Джонс, более сильной концентрации. И плюс я вот недавно добавила как раз в ассортимент тоник, там 36, кажется, трав. Потрясающий состав. Вот я сейчас себе хочу тоже купить этот тоник для себя, для личного пользования. Вот. Ну и также хочу посмотреть, как у него что происходит, потому что подруга говорит, что у него прям собственная фирма. Он сам все эти травки, корешочки выращивает, вот, чтобы это все было органическое, чтобы все это было сделано наилучшим образом, чтобы все травки и корешочки не сохранили по максимуму свои полезные свойства. Через 200 метров поверните налево. Так что скоро я вам пришлю, но, скорее всего, это будет большое видео, потому что я хочу это выложить. То есть это видео сейчас я пока рулю, оно в таком формате, что на YouTube его не выложишь, а я хочу сделать красивый ролик для YouTube. Поверните налево. Выложить на YouTube, чтобы вот рассказать больше об этом интересном человеке, который производит такие интересные...